не туда пошел. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Я знаю роль Костуса Калиновского в истории, но не настолько, как вы думаете, что вы знаете. Там было очень много нюансов. Но он действовал на нашей территории. Он был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был наш человек, нашего государства. И от этого никуда не денешься. Не надо, кости ворошить не надо. Если меня похороните где-то здесь, не возите меня в другое место. Это моя житейская позиция. Не надо ворошить кости. Похоронили человека, пусть он спокойно там лежит. Вот там Сталин всех расстреливал. Придут коммунисты к власти завтра. Они будут говорить, что там расстреливали другие, в том числе и немцы, и фашисты, и так далее. Поэтому я решил, это кладбище, где похоронены люди, невинно, убиенные, неважно кем, огородить, привести в порядок, чтобы не выгуливали там собак, и чтобы достойно, кто туда хочет прийти, помянуть этих людей, могли помянуть. А если...